Ночная погоня началась на улице Огородной, когда полицейские заметили автомобиль, водитель которого нарушил правила дорожного движения и не остановился на требования сотрудников госавтоинспекции. 14-е то и дело проезжало опасные перекрестки на красный сигнал светофора, создавая реальную угрозу другим участникам дорожного движения, а также выезжало на встречную полосу и буквально с дрифтом входило в повороты. В итоге 3 экипажа ГИБДД заблокировали лихача на улице Зарубина. Собственно, там и закончились незаконные приключения для водителя и пассажиров отечественной легковушки. В связи с тем, что имелись основания полагать, что водитель находится в состоянии опьянения, ему было предложено пройти освидетельствование на месте, от чего данный водитель отказался. После водителю было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения в медицинском учреждении, на что водитель также дал отказ. В отношении данного водителя был составлен материал по статье 12.26, часть 1 Кодекса об административных правонарушениях. В ближайшем будущем его ждет расплата за ночные гонки. Молодому человеку грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до 2 лет. Анатолий Чернов, Анастасия Безрукова, дежурная часть, Саратов.